Мы уже как-то рассказывали, что самым грязным в доме является совсем не ободок под унитазом. Хотя, конечно, и там обитает немало бактерий. Сегодня разберемся, на что следует обратить пристальное внимание домохозяйки, чтобы дома воцарила идеальная чистота. Самыми опасными для здоровья являются бактерии, которые попадают на разделочную доску вместе с рыбой, мясом и другими сырыми продуктами. Если вы не хотите рисковать здоровьем, купите на кухню две разделочные доски – стеклянную и деревянную. Первую используйте для разделывания рыбы и мяса, чтобы кровь не впитывалась в поверхность, а вторую оставьте для нарезки хлеба, фруктов и овощей. Также не забывайте регулярно обрабатывать разделочные доски уксусом, содой, перекисью водорода или любым другим антисептиком. Всем известно, что бактерии больше всего любят влагу и тепло, поэтому ванная комната – идеальная среда для их размножения. На внутренней поверхности насадки для душа тоже скапливается много вредных микроорганизмов. И когда вы включаете воду, они перемещаются с насадки на ваше тело. Чтобы оградить себя от влияния микробов, раз в неделю дезинфицируйте насадку при помощи содового раствора или средства для туалета. Регулярно очищать нужно не только вышеупомянутые места, но и ванную комнату, которая является самой грязной зоной в доме. Делайте это хотя бы раз в неделю, и ваш дом будет сиять чистотой.